Кстати, акиматам следует проработать не только вопросы с медикаментами, но и с медицинским оборудованием. Например, в Кызылординской области не хватает порядка 36 аппаратов ИВЛ. По данным областного управления здравоохранения, из 76 имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких исправно функционируют лишь 64. Министерство здравоохранения подана заявка на приобретение еще 63 стационарных аппаратов. Между тем, лечебные учреждения и провизорные центры необходимым кислородным оборудованием обеспечивают крупные компании, крестьянские хозяйства и простые жители, которые собирают средства на специальный счет. Ахмарал Баймбетова на 9-м месяце беременности. Несмотря на все меры предосторожности, уберечься от пневмонии женщине не удалось. 25 июня ее доставили в городскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первые симптомы – кашель, першение в горле. Сейчас уже все позади. И я уверенно заявляю, от пневмонии можно вылечиться. Врачи проверяют постоянно и состояние ребенка. Биение сердца и все остальное в норме. Ахмарал уверена, что ее спасло подключение к аппарату ИВЛ. Отмечу, что сейчас в Кызылординской области функционирует всего 64 таких стационарных аппарата. Подана заявка в Министерство здравоохранения на приобретение 63 стационарных и 20 портативных аппаратов ИВЛ. На сегодня приобрели 20 портативных аппаратов ИВЛ у акционерного общества ТНС. Ожидаем от Всемирного банка поставку 39 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких. Из Турции прибыла партия 13 аппаратов ИВЛ, которые распределены между лечебными учреждениями области. Около 100 аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, поступят лечебницы региона за счет спонсорской помощи строительных компаний, крестьянских хозяйств и простых горожан. А в Восточный Казахстан средства для закупа кислородных аппаратов поступают от иностранцев. Волонтеры ежедневно доставляют в больницу области партии различного медоборудования. В регион уже доставлено 40 аппаратов ИВЛ. На специальном счете собирают деньги для покупки следующей партии. Никто в этом на стороне не остался. Даже те люди, которые живут в России, они нам очень хорошо помогают находить эти аппараты, отправить в Казахстан. Не только Россия, не только Казахстан. Сейчас нам выходит на связь уже Соединенные Штаты Америки, наши которые, казахи, которые живут за границей. Напомню, глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании минувшие выходные назвал нонсенсом, что население пытается самостоятельно решить вопрос обеспечения больниц аппаратами ИВЛ и кислородными баллонами. По словам президента, это прямая обязанность больниц. Касым-Жомарт Токаев дал поручение в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом. Шайпа Мухтар, Кайрат Темирбайулы, Атамекен Бизнес.